С началом апреля в Красногорске, да и по всей стране, дан старт весенней призывной кампании. Свою работу начала специальная комиссия на базе военного комиссариата. Сюда в числе первых по повестке явился Богдан Константинов, с малых лет мечтавший носить армейскую форму. Вердикт по результатам медицинского освидетельствования и беседы с членами комиссии – годен для службы в морской пехоте. Все прошло замечательно, я даже не ожидал. Вот, но рад, что буду служить. Рад, что от меня, наверное, будет толк. Я обязательно с гордостью отслужу. Для меня честь носить черный берет. Всего от городского округа Красногорск на срочную службу будут призваны более 170 человек. Традиционно молодые люди распределяются в различные рода войск, в частности, военно-морской флот, сухопутные войска, прежде всего, западного военного округа, а также ракетные стратегического назначения. Наши призывники, во-первых, не будут направлены в зону специальной военной операции, потому что военнослужащие по призыву не направляются для выполнения поставленных задач. Туда направляются профессиональные военнослужащие, это контрактники. По словам Игоря Тельбухова, Красногорский военный комиссариат в настоящее время активно ведет набор военнослужащих по контракту в возрасте от 18 до 50 лет. Кроме того, требуются водители 50-55 лет категорий С, Д и Е. Подробности можно узнать в военкомате по адресу Волоколамское шоссе 9 или по телефону 8-495-562-53-12, 8-495-562-15-03.